Привет, друзья! С вами Серафим, и сегодня я вам расскажу об одной такой интересной игрулечке под названием Hearthstone. Создали ее Blizzard'ы. Я думаю, многие из вас слышали, что это за компания. Компания замечательнейшая, как и ихние творения. Смотрим. А что, холодно снаружи? Садись к огню. Шайна и Рексар! Да начнется охота! Не стоило напрашиваться. Итак, что же это за Hearthstone такой? Еще год назад, когда игра только вышла, я увидел и не придавал особого значения ей. Но, как оказалось, за год в эту игру стали играть более 20 миллионов человек. И на самом деле цифра до сих пор растет. Игра бесплатная, пошаговая, фэнтезийно-карточная. Как вы можете наблюдать, я здесь играю в тренировочном бою с виртуальным условным компьютерным противником. На больший уровень еще я не прокачался свои навыки. То есть можно играть с обычными людьми по сети онлайн. Я даже знаю, где-то проводились турниры, там даже призы какие-то были серьезные. То есть игра завоевала свое серьезное место. И вот как раз для тех людей, кому нравятся настольные игры, а меня недавно одни очень хорошие люди подсадили на настольные игры. И это на самом деле очень прикольно. Ведь я только в детстве играл там в какие-то там бароны Мюнхгаузены, монопольки там и еще какие-то игрушки. Их было не так много, но тем не менее играли там фишки, кубики, карты, все такое. А здесь вам дают уникальную возможность поиграть с приятным оформлением, приятной музычкой, в такой теплой компании. По очереди вы ходите, ставите свои карты, у каждой карты какие-то способности, там это или юнит какой-то, или дополнительные там его усиления, вот, его и не только. Разные приколы, ловушки и так далее. То есть тут море-море всего. Есть разные персонажи, за которых вы играете. У каждого свой набор карт. Причем вы можете колоду карт сами собирать. Там можно разбирать карты, делать их самим карты. То есть, понятно, можно в магазине премиум нам еще там докупать какие-то баллы. Но на самом деле я ничего еще не покупал. Поиграл несколько боев. Мне очень даже понравилось. Чем еще эта игра примечательна? Она... Ну как, то есть да, тут нужно немножко напрягать извилины, чтобы там стратегию свою продумать, еще там что-нибудь, но на самом деле вы расслабляетесь. Ведь вы можете играть в эту игру, если я не ошибаюсь, даже на планшете. Даже в дороге вы где-то едете, есть интернет у вас, и вы решили зайти в дороге поиграть в эту игру. Так что Hearthstone очень даже интересная и хорошая игра. Чтобы просто не сидеть, не тратить время впустую, можете немножечко развлечься, отдохнуть от чего-то тяжелого и важного. Причем можете играть с друзьями своими по сети и выяснять, кто из вас более крутой фэнтезийный картежник. Так что играйте в эту замечательную игру, оставляйте лайки, кому понравилось, пишите комментарии по поводу данной игры, нравится ли вам такое. И не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Пока и до встречи в светлом будущем.